Всем привет! Всем привет! Мы поехали в магазин покупать детям обувь зимнюю. Уже холодно. Что-то там еще надо было, да? Маше надо куртку. Поедем в тот же магазин, где Марина покупали они вещи. Да. Главное, детям купить надо обувь. Вот уже по утрам холодно. И Ване надо купить кроссовки. Он говорит, у него туфли. И говорит, вот так напополам новые сломались. Представляешь? Да ты что? Которую мы вот покупаешь. Да. Первому сентябрю. Нет. У них подошва оторвалась. А, подошва оторвалась. Нифига. Ну ладно, все, сейчас поедем. А кнопка. А мы куда поехали? Кнопка, ты будешь охранять. Все, приятно. Охранять будешь. Про кнопку спрашивали. Откуда кто-то... она у нас взялась? Она вообще как бы бегала, как мы поняли. Ее кто-то выбросил. Ее выбросил? И ее хотели застрелить. Тебя опять застрелить. Ну, не знаю, там какие-то истории такие. Это ну, ходят. Девочка же вот это рассказывала, у кого она раньше жила. Так понял, что она вообще не их нет, собака. Нет. А она просто бегала по поселку и, значит, приютилась к ним, потом начала бегать к нам и, значит, ну... И у нас осталось. Ей больше у нас понравилось. И вот и она осталась у нас. Зато Машка с ней дружит хорошо. Ну, как бы не... Получается, что вообще как бы хозяев у нее нету конкретных, да, что не знаю, кто-то ее, откуда она взялась, непонятно. Пап, а Машка к ней так ластится. Да, кошки все подружились, кроме Кляксы, Клякса с ней. Как-то она аккуратная. Она вот Клякса, я заметила, пока никого нету, они дружно. Как кто-то подходит, она Клякса, как будто у нее уговоры, что надо с ней подраться, вот обязательно. Угу. Солнечная погода. О, я что-то в куртке поехал. На всякий случай. О, смотри, сколько листьев потом. Да, тоже здесь собирать листья. Ту, сейчас, смотри, если так вот будет. Ладно, там еще орехи, наверное, где-то остались. Да, там где бомбы. Надо это убирать их. Кстати, много писали, что вот эти листья с грецких орехов, они на компост не подходят, потому что они листья ядовитые. Кошка тоже нас пока провожает. Они нас провожают и встречают. Яблоки, груши продают. Трассу пошел, продавали тоже орехи. Вот получается вот этом здании большом. Каком? Нет. Вон где желтые, вон то, видишь? А, вон то. Ну. Значит, здесь где-то надо останавливаться. Угу. Вставай куда-нибудь сюда. Тут где тебе не ты? Вот. А, вон одежда и обувь. Сходили в магазин, купили обувь. Маше купили куртку, приедем домой и покажем. И все покажем. Еще зашли здесь вот фикс прайс там. Выбору очень много. Для кухни. До кухни. Все мы купили, тоже потом покажем. Не все, сказать так. Ну, приедем, потом покажем. Погодка солнечная. Тепло. Тепло. Сейчас поедем еще, заедем за продуктами. Матвею, пристегни Матвея. И все, домой, да? Что нам еще? Еще
мы в Авито видели на посадку хороший картофель принцесса Диана или как она? Анна. А, принцесса Анна. Там мы как раз в Авито видели, продают этот картофель. И что-то я забыл позвонить. Сейчас бы за одним бы, может быть, это и заехали бы, да, купили бы. Но мешка у нас нету. И у нас в мешках у них. Давай вон в Авито на телефоне посмотрим, да и все. Пошли по телефону на Авито. Но чтобы позвонить, надо что-то регистрироваться. Вот, нажимаем позвонить. Ну что, да. И что-то через контакт. Ну, короче, это. Ладно, тогда не будем. Сложности какие-то усложняют все. Потом домой приедем, посмотрим, позвоним и съездим. Решил посадить вот эти саженцы. Думаю, это грецкий орех. Хотя похоже, конечно, на вишню. Вишня там далековато растет. И думаю все-таки, что это вот именно саженцы от этого грецкого ореха. А на этом грецком орехе орехи вот такие вот хорошие вырастают. Они без всякой шелухи. Просто собираешь, вот такие чистенькие. И поэтому я решил вот эти саженцы пересадить в конец участка. Там, может, вырастут, такие же орешки будут на этих деревьях. Сейчас пойду определюсь с местом, куда их сажать. Пришел на конец участка. Вот здесь у нас еще растет грецкий орех. Но он так себе какой-то. Орехи не сильно большие у них. Вот такие, и скорлупа толстая. Надо здесь вот тоже будет его собрать. Вон они лежат. И так я вот думаю, вот здесь вот посадить один саженец и второй. Один посажен. Посмотрим, прирастет или нет. Ну вот, смотрите, вот такие вот листья у него. И вот здесь вот. Не знаю. Вот. Или не похоже. А может и не похоже. Сейчас второй осталось. Посмотрим. Все, второй тоже посажен. Посмотрим, что тут вырастет. Вишня или грецкий орех. Сейчас еще полью. Еще спрашивали, что за палки вот эти у нас. Это палки тут сажали, видно, или, наверное, огурцы или помидоры остались. Сейчас можно убрать, конечно. Здесь на них
Видите, сетка такая. По ним плелись. Что-то плелось. А может и не плелось. Там написали, ну, что гудроном надо залить, правда. Я уже забыл совсем, что мы обычно, когда бочка там дырявая, заливали гудроном. Тоже. Значит, тут вот залью гудроном и все. Вот в этом месте. Значит, здесь все проварил. А потом Маша говорит, а смотри, а вот там светится. А там я не заметил. Отсюда не видно. Короче, вот он. Вот он. Тоже. Так что надо будет заварить. Про теплицу хотел еще рассказать. Вот здесь у нас зеленая пленка, она держит еще все нормально. А вот здесь была белая пленка, и она уже порвалась вся. Так что если кто будет делать, обтягивать теплицу такой клеенкой, то лучше вот такую зеленую брать специальную. Она 2 года гарантии. Значит, наверное, на следующий год уже она порвется. Вишня, черешня, хрен ее знает. Короче, вот это надо выкопать. А, хотел срубить. Кто-то говорит, бесполезно рубить. Надо ее выкорчевывать. Сейчас попробую немножко, как она будет вообще выкорчевываться-то. Наверное, все-таки я срублю их, а потом еще, может, попробую выкопать. Сейчас попробую выкопать. Понятно, что она потом опять начнет расти. Сейчас поудобнее будет это все делать. Крепко они сидят, корешки. Выкопать. Легко сказать, да, выкопать? Значит, выкопал я вот такую яму уже. И корни куда-то вниз вообще уходят, уходят и уходят. А было всего лишь тут несколько маленьких кустиков. Вот они. Я даже не знаю, это столько времени, чтобы докопаться до туда. Это вообще капец нужно. У меня же лопата начала ломаться. Сейчас я, наверное, пофиг, топором это все разрублю и... Смотри, царапнет тебя. Вот.
А где твои орешки? А? Нету. Нету. Почему? Собирай, помогай. Он не хочет, он за котом больше догоняется. Да. А это большой лист. О, какой большой, да? Гербарий. Смотри, мам, это тебе. Давай, кидай. Вот мы и приехали домой. Сейчас покажем, что мы купили. Нашли, наконец-то. Для ложек, для ложек. Это мы купили в Эспрайсе. Вон сразу, давай туда. Там подойдет, просто надо. А, ну тут у нас большой ящик, вот так вот, да. Как раз подойдет. Это так не подойдет, а вот так вот подойдет. Сюда вилки, ложки и сюда так, что-то мелочь. Потом купили. Значит, мы в Фикспрайсе. А мне Вася говорит, вот поднос такой. Потом говорит, вот, под эти. Под тарелки. Ну это было вот в Фикспрайсе, мы увидели, ну сначала, и решили купить, потому что так оно, вот оно показано, вот. Но я сделаю это под крышки. Это в шкаф можно положить. А это ты мне будешь каждое утро завтрак вытаскивать. Кофе в постель. Кофе в постель, да? Но... Видишь, специально забыл, это такой. Тут вон так-то прорезинено все. Ну вот. Это в Фикспрайсе увидели и решили купить. Заехали в Магнит и купили вот такую. Вот увидели такую, блин, сразу же это. Прикольно, да? Ну, это мы ее поставим вот сюда, где у нас лежит сейчас. Вот здесь. Ну, вот здесь будет сюда. Сейчас, я или может с этой, я не знаю, как удобно тебе. Как вот здесь, вот как у меня стоит, и я ее так поставлю. И сюда тарелочки, и все. До всего. Сушилка, да, посуды вон. Вот ложки, вилки, кружки сюда. Вот такая вот. Колбу купили. Это кошка. Кошка. Это у нас корм кошкам мы купили. А и кошки, и собаки едят. Кнопочка. Встречали тут все вместе нас, да? Ты бы видел, как она это, вот надо было ее снимать. Ту и как, драпанула. Ага. Так, Вася там вот есть. Так, Вася, хреновину себе взял. Ну так, продуктов немного. Так, это кошечка наша, на уклад. Молоко, потом сырки. Молоко. Потом курица. Одна. Вторая. Это мы завтра с одной шашлык сделаем. Так. Хлеба и помидор. Хотя я огурцов взять. А, ну что-то это... На весах не было этих огурцов по номеру. Пришлось не брать. Потом вот мы еще поспрашиваем, что не взяли. Так, это вешалки взяла для одежды. Два контейнера взяла. Что-нибудь приспособила. Потом эти. Скорбинка. А скорбинки. По 27 рублей всего. И вот такую вот взяла под. Это, что это? А, под губку или? Под губку. А как она крепится вообще, я не понимаю. Вот я видела, вот она вот так. Поставила уже нашу вот эту сушилку. Сюда вот поставила ножики, чтобы мне удобно были. Потом подставку для ножей сказать, куда ножики втыкать. Потом вот здесь вот так у меня получилось все. Я вымыла все здесь, протерла, и вот получилось у меня вот так. Вилочки, ножички. А вот сюда поставила вот, смотри, Вася, видишь, крышки. Надо было подносик под... А, они сухие будут? Но они сухие будут. Ладно, подносик, я говорю, ты мне будешь это... Кофе утром будешь в это... Ну, в коечку приносить. А? Там... Все, сколько писали, еще надо убрать с подоконника. Вот, теперь все убрала с подоконника. Потому что в магазин мне эти дни не езди, купи... Теперь нужно купить...
купить цветочек красивый и сюда поставить. Небольшой, такой маленький. Раз. Может, искусственный? Пагу искусственный. Не знаю, как хочешь. Живые как-то искусственные, не знаю, что бы нравится. Тебе нравится, тебе что же не нравится? Я хочу эти еще, знаешь что? Не какие, а хочу гиганьки. Они красиво цветут. Они неприхотливые сказать. Вот я уже ее присыпила, уже помыла ее всю. И вот губка у меня вот так. Удобно и все. И не надо, что у меня вот здесь вот губочка лежала. Тут у меня пусть так лежит. Поменяю, потом что-нибудь придумаю. А тут там вот. Сила. С этими постоянными перестановками я туда раз потянулся, там уже нет, а здесь. Уже непривычно. Да. Потом купила себе вот такую. У меня есть другая, но она мне почему-то не нравится. А это вот так, это это и то Матвеечка выбирал. Да. Потом детишкам взяли вот такие, как мимимишки, жвачки. Ну, мармеладки. Дети у нас выбирают обувь сами. Сами выбирают. Это Наташа на обувь. Наташа. Это Ваня себе сейчас взял. Это на весну, осень, весна. Ну я вугалась и говорю, надо зимние. Мы поехали как бы зимние покупать. А, значит, Ване понравились вот эти, а они не очень теплые. Вот такие осенние. Но долго в них он не походит, все равно. И поэтому пришлось еще потом заехать в другой магазин и купить еще одни. Так, потом... Но эти вот, кстати, вообще они дешево. 500 рублей стоят. Вот это где... Нет, эти 900. А, это вот эти дорогие, Наташины. Да, 500 рублей. Это Ваня в школу взяли, потому что Ваня сказал, что у него эти порвались туфли, говорит, разошлись. Вот я говорю, вот таких нормально в школе бегать. Потом и зимние получается вот такие. Ну одевай пока. Угу. И получается зимние мы Ваня вот такие взяли. Да. А у Матвеечки такие же? Да. Только у него коротенькие такие. У Матвея есть запасы обуви. Но мы еще надо это померить будет. Они у меня в диване там стоят. Ну, надо достать да померить. Это у Наташи. Нет, просто все цветом. Наташа сама выбирала, да, Наташа? Ага. Это цветом такие же. Я понял. Фу! Глупо! Они там скрякся там. Иди, смотри, осторожнее, чтобы она... Ваня, одел уже свои. Эти такие. Что-то Ване понравились. Он так за них это... Мы какую обувь напили? Он говорит, мне это... Жмёт. Всё жмёт ему. Лишь бы вот эти взяли. Да. Ну, пришлось брать. Ладно, чё. А зимние? И такие купили зимние уже. С такой подошвой. 34-й. Теплые. Мы первые дни помеяли. Щелкнули, Вася там все. Потом я говорю, о, вот эти, что, они подринчи просто. Вот эти. А здесь нету сыра. Ну ладно, сколько походит в эти, на следующий год на весну не хватит. Здесь нету сыра. Что там, себе? Ты здесь. Во, вот эти вот. Угу. Шнурки, вот и во. Вот. Молния, еще липучки. Ну, я вот такого не люблю вообще. Ну что, вообще столько вот этих всяких молний, шнурков. Нравится, если завязывать. Вот и будут болтаться вот так те шнурки. Я их потом по-другому завяжу. Вот, видишь, как родись, хороший, симпатичный. Подсветки. Модно. Так, что мы еще взяли? А, вот еще Наташа же ему взяли. Вот эти 500 рублей. Вот. Подожди, эти же 500 рублей. Эти 500 рублей. Это осенние. Это вот сейчас ходить она будет у них до школы. Она, они сами все, сказать, выбирали. Они последние, потому что будет. Во, резинка тут есть. Но. Это как гольфы какие-то. Так, Вася взял себе носки. Я себе взяла. Штаны. Брюки. Брюки, ну, теплые. Теплые. У них с таким вот, это вот на зиму как раз. Такие вот. Я их померила. Ну, что они мне, это, с карманами, еще не подашь, что они недорогие. Вот что. Я уж не знаю, сколько они стоят-то. 600 рублей всего. А, вон. Хорошие. У них такие же, как эти вот, наподобие. Но эти теплые. Все, зимой в них хорошо будет ходить. И наконец-то Матвеечка, я... Матвеечка, смотри, поваренок маленький. А этот кого?
Вот я, знаешь, точно думаю, вот он больше будет, мне кажется, он... Ага. Вот эти вообще, да, модные? Ну-ка поставь на стол. Вот. Никогда, папа, не будет холодно. Надо осенью ходить. Да. Наташа, это пюкчатки же маленькие. Это матвеечки только такие пюкчатки. Да. Они не тянутся. А она же их и надевала. Как? Или она не надевала? Нет. А ты что такие выбрала? А мы не посмотрели. Говорим, иди, выбирай. А я тут не посмотрела же. Они же сами. Матвейка будет ходить. Что? Да он нормальный. Что? Чего в ней пустой как-то? Не, наоборот лучше, что они замораются. А то у меня розовые были, они замахались. Пачкались, да? Да, когда тем более снег как раз. И купила я себе наконец-то пуховик. Вот сейчас. Приятный цвет. Свету недавно шапочку Маша еще себе купила. Ну, шапка не такая, я посмотрела. Но она все равно как бы в тон вроде бы. Я уж если... А где как она? Помню, я не знаю. Это у тебя она спрашивает, где твоя шапочка. Вот такой вот. Нормально. А, вообще недорогой, да. 1200 всего. 1290. Хороший магазин. Ну, конечно, бы выбора там побольше. Мы думали, он вообще большой будет. Хотели поснимать. А там зашли, и там продавцы нас сразу же чик окружили. Так, все, вам надо такие допустительные такие. Это нам подсказала Марина, они ездили всегда туда, и... А, я у нее на видео, я глядела, и пуховик такой бы красивый купили. Она говорит, там... Я говорю, надо съездить это, посмотреть, они тоже за 1200. Они такой же, только щелкни купи. 1290. Тут какая-то буковка. Да. Это буква маленькая. Маша. Да, кажется, маленькие. Ну, ладно. Потом другие еще купим. А маленькие. Мы просто заезжали еще, вот эти ботинки другие покупали. В другой магазин, смотрели там перчаток, а перчаток там вообще не было. Не надо, под ноги что-нибудь. Вот, смотри, подошло как. Ну, вот шапочка. Ага, нормально, что. Я ее так вылопаю. Нормально, что, как раз. Ценник вот убрать еще от этих. Я ее как лопаю. Такой, как я хотела. Знаешь, сейчас просто напишут, что Вася купил себе только носки. У меня пока все есть, и поэтому, ну что, зря покупать эти вещи. Пока, если есть в чем ходить, правильно, да? Да. Если у Маши нет пуховика... Просто сейчас там... я хожу в вот холодно. А, кстати, нет, что, я же недавно купил себе куртку. Да. Клякса тут наблюдает за всеми, а что происходит. Это для губки. Вот туда на кран вешаешь. Это вот. Вот, Вася, вот недавно, сколько? Месяц даже еще не прошел. Вот мы покупали куртку. Ну, вот, новая. Это новая куточка. Тоже выбивая очень долго. Ну, да. Не подошла. Еще. Все. Вот такие были наши покупки сегодня. А, еще врешь. Не все покупки показали. Еще купили суши роллы. Да. И ребятишки захотели, и Маша тоже. И Маша тоже захотела, да? Мама первая захотела, да? Да. От Матвея он честно всегда все говорит. А что-то давно хотели. Но... Все это потом. Ладно, потом могли зайти, пока заказали, пошли это. Купили. Продукты. Да, продукты. Сейчас будем все выбивать. Все, всем пока. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Ставим пальчик вверх. Да. И подписываемся на канал. Все, всем пока. Всем пока.